Когда наступает ночь, голубая дымка дня поднимается, чтобы показать звезды. В это время мир людей будто бы замирает, становится тихим, словно безмолвным. На улицах все меньше прохожих, дороги пустеют, тень опускается на улице, где лишь одинокие фонари освещают маленькие островки вокруг себя. Ночью обычно так тихо, что редкие отдаленные звуки, голоса людей, собачий лай, скрип дверей слышны так, будто бы они совсем рядом. Ночь завораживает и вдохновляет. Каждый из нас хоть раз любовался ее таинственной красотой, воспетой художниками всех времен. Как волшебная пора размышлений, отдыха, творческого вдохновения и любви.